Всем привет! Сегодня я расскажу, насколько просто обойти запрет раздачи Wi-Fi на операторах Билайн, МТС, Йота. Самые простые и понятные вещи. На самом деле мы зачастую используем мобильный интернет тогда, когда нет возможности использовать, конечно, проводной интернет типа Ростелеком или чего-то подобного. В этом случае, конечно, на помощь приходят эти сотовые операторы. Однако, они ставят запрет на раздачу Wi-Fi. С появлением этих пакетов безлимитного интернета усложнились условия раздачи Wi-Fi. Или же они платные у нас по 30 рублей в день, или же вообще запрет присутствует полностью на этом пакете. Как это сделать, я сейчас вам покажу. Решить данный вопрос очень легко. А можно, конечно, ковыряться в системном реестре компьютера, разбираться, с ума сходить, а можно воспользоваться программкой, которая сама все сделает для вас. Значит, запускать эту программу нужно на том компьютере, на котором вы будете пользоваться интернетом, получаемым из вашего мобильного телефона. Запускаем мы эту программу. И здесь обращаем одно внимание. Вам необходимо ввести цифру. Кстати, по стандарту эта цифра у всех начальная 128. Если это не так, ничего страшного, не волнуйтесь. Если вы пытаетесь раздавать Wi-Fi с телефона на базе Android, значит цифру пишем 65. Кстати, подсказка вот даже вот здесь у вас. Нажимаем «Применить». Все. После этого мы перезагружаем компьютер. Все, собственно, выполнено. После этого можете спокойно брать, включать раздачу Wi-Fi, и все у вас идеально будет работать. Если же у вас Windows Phone, то значит необходимо ввести другую цифру. Кстати, TTL патч нужно загружать исключительно от имени администратора, если мы хотим действительно получить его работоспособность. Вот. Как видите, я уже до этого момента вводил данные, поэтому здесь они у меня 130. Кстати, цифра 130 исключительно для Windows Phone. То есть, еще раз запоминаем, для Android цифра 65, для Windows Phone цифра 130. Вот примерно так. Для iPhone, к сожалению, я ничем сейчас не смогу вам помочь, потому что не было даже никакого опыта. Однако, можно попробовать поискать в интернете. Вот. Ну, в большинстве случаев все пользуются Android, вот, поэтому универсальная цифра для всех 65. А на этом, в принципе, все, ребята. Вот таким образом мы нашли решение проблемы и смогли обойти запрет на раздачу Wi-Fi, получив практически безлимитный мобильный интернет. Если вам понравилось это видео, конечно, подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх. Ну а на сегодня все. Всем пока-пока.